хочу чуть-чуть показать Ригу выходного дня. Сегодня как бы праздник в Латвии. Лиго. Завтра я, не у людей 4 выходных. В машине почти вообще нету города. Ой, в городе вообще почти нет машин. Хотя вот сейчас только 5 часов. Суббота. Обычно все кофелюшники полные. Народ гуляет, а сейчас прям пусто. Вот я иду по улице Лачпиша. У нас чизбургер. Это Кришенбарона. Одна из главных улиц. Здесь трамваи едут туда, в сторону юга. А там центр у нас. Вокзал Старая Рига. Скандбейноглу. Открытый. Суббота-воскресенье, он работает с 12. А сейчас открыт. Вот. Такой вот у нас город. Пустой для субботы. Для выходного дня. Такси катаются. Может, полиция уже предупреждала, что будет делать рейды, проверять этот алкоголь. Один раз у нас считалось, это же лига была черная, черная лига, потому что очень много поймали пьяных за рулем, и очень много было аварий со смертельным исходом. Здесь такая маленькая улочка. Здесь транспорт не ходит. Общественные только машины. Такая вот полоса сделана для машин. Стоят к дому, которые... Вот мы тоже идем по Лачпишу, получается. Флаги украинские. Но мы в Латвии, для тех, кто будет смотреть с другой и других стран. У нас как бы во многих заведениях и домах висят украинские флаги. Это кофеюшничек. Уже закрыт. Магазинчики такие-то маленькие. Вот в этом доме жил Херц Франкс, кинодокументалист. Вот. А там вот есть такой театр, барс написано. Театральный бар. Вот такое вот красивое. Тут старое здание. Много, видите, закрыто. Днем даже так, и вот если в день субботний не пройдешь и не покажешь вам Ригу, потому что, я говорю, реально народу много, машин. Вот такое вот здание. Тоже старое. Наверное, югенд-стиль у нас в этом очень много. В этом стиле сделано. Тут новые строят. Театр Смайс. Тут дальше современное уже здание. Вот граничит рядом. Вот там дальше сейчас будет современное уже здание построено. А это вот еще прошлого века, как говорится, если не позапрошлого. Там даже, наверное, какая-то табличка, но мы сейчас не увидим. А вот что у нас там наверху? Примайся, Украина. Тут стройка идет, что-то будет строить. Написано «Реконструкция улицы Лачпиша». Музыка латышская национальная из машин. А вот такое здание на углу. Там бюро, торговые центры. Терпетс улица. В прошлом году, кстати, Терпетс перекрыли для пешеходов, и она была только
Ой, для машин было только пешеходное. Здесь всякие вазоны стояли с цветами. А в этом году ее сделали открытой. Мне кажется, какую-то они тоже собирались закрыть, но я, честно говоря, не знаю. Вот. А, банк. Тербетес Бизнес Центрс. Зимой на Рождество, когда украшают город, на этом банке, все вот на втором этаже, вот там, где крыша получается, вот это вдоль, стоят очень такие красивые пушистые елочки наряженные. Смотрите, какие у нас там балконы держатся. С той стороны, может быть, было бы лучше пройти показать здание. Хотя вот здесь тоже красивые. Сейчас я остановлюсь, покажу. Вот так. Если не ошибаюсь, это югенстиль. Кому интересно, можете посмотреть. Дом Лачплиша 20. Очень много туристов, кстати, приезжают, именно они вот эти дома, особенно японцы, корейцы, китайцы, они вот заранее ищут, они приезжают, снимают, у них же такой архитектуры нету. У нас вообще, в принципе, это считается самая европейская столица, одна из было признана красивых туристических мест. Вот. Пришел. Вот детский садик впереди. Такая вот маленькая лучка. Вот. Впереди храм Александра Невского. Это одна из самых старых церквей города Риги. Она была вначале деревянная и служила как при военном, какой там еще был военный как госпиталь, там была, если я не ошибаюсь, кладбищенская, да, церковушка. Потом пристроила колокольню. Это, кстати, она вся полностью деревянная. Потом она сгорела, и когда ее начали восстанавливать, уже вот большой храм сделали. Вот такой вот он вообще, он... Его очень мало, вот именно этого проекта. Очень красиво смотрится. Он со всех сторон красивый. С какой стороны ты на него не посмотришь, с какой стороны ты его не обойдешь, в какое время года. Вечером он весь... Сам храм не подсвечивается, но за счет того, что у нас подсвеченная Рига и огонечки, он тоже весь красиво сверкает. Колокольня. Вот. И вот мы сейчас уходим на улицу Бривибус. Самая главная улица города Риги. Вот, это... Бывший Ригас Модас, сейчас Ригас Клиенту Центр, вот это улица Бривибус, вот она уже пооживленнее. Вот. Вот там вдалеке это отель Радиссонс, бывшая гостиница Латвии. Дальше, если туда идти, но мы сейчас сюда не пойдем. А мы туда сейчас не пойдем. Мы туда сейчас не пойдем, потому что мы пойдем
сейчас храм. Всем спасибо за прогулку. Вот. Это в храме цветочки посажены, розочки. Вот я вот чуть-чуть обойду. Вот он уходит такой на улицу Блауманя, там второй вход. Там улица Блауманя, там Брибас, с той стороны Лапельша и Валмира. Всем спасибо. Пишите, может быть, кто хочет какие-то улицы посмотреть в Риге. Я могу съездить, показать. Сейчас погода хорошая, лето.